Певческие таланты со всей Югры собрались в Ханты-Мансийске. Сегодня в Югра Классик открывается Академия Любови Казарновской. В течение 7 дней 20 вокалистов пройдут мастер-классы по академическому вокалу. Наставником будет непосредственно сама Любовь Казарновская, советская и российская оперная певица, актриса театра и кино. Ее вокальная школа берет начало от старых итальянских мастеров, а именно Умберто Мазетти. Любовь Казарновская чутко распознает природу голоса, корректируя ее, направляя, работая с дыханием и даже произношением, если это требуется для исполнения зарубежных арий. Артистка поделится бесценным опытом и техниками во время мастер-классов. С каждым учеником оперная дива будет заниматься индивидуально. Добавлю, в интенсиве могут принять участие как начинающие вокалисты, так и профессиональные исполнители. Завершением проекта станет гала-концерт.